Доброго утра, доброго утра, мои дорогие, дорогие друзья. Сегодня мы направляемся с вами в мечеть Фатиха Мехмеда Завоевателя, того Мехмеда, который в 21 год покорил Константинополь. И вот дорога к этой мечети довольно-таки сложная, потому что в Стамбуле нет нормального прохода. Здесь идешь-идешь, тупик, идешь-идешь, тупик. Но, как говорится, мы легких путей не ищем. Я могла пойти по оживленной улице. Это, конечно, бы сделало круг, но мне хочется пройти именно по таким вот, знаете, нетуристическим местам. Показать вам немножко. Вот смотрите, замечательная залия, да, растет, цветет. Вот. И мы с вами будем искать мечеть султана Фатиха. Будьте счастливы. Доброго-доброго утра. Я вас всех люблю. Дорогие мои друзья, вот мы и пришли в мечеть Фатиха. Я сейчас стою на пороге. Я даже представить не могла, какая она огромная. Вот. И мы сейчас, друзья, с вами зайдем. Я буду молчать, потому что здесь много верующих. Посмотрим. Друзья, это одна из красивейших мечетей, которых я видела. Не верится. Построена в 1470 году. Это же просто уникальная. Видите, друзья, кошки спокойно ходят по мечети, котам никаких претензий нету. Это нормально. Это, скорее всего, друзья, была султанская ложа, я так думаю. Может быть, скорее всего, да, султанская ложа. Видите, еще балкончики есть вверху. Мечеть просто... Это такая красота, что просто вам не передать.
друзья. Я даже не знаю, почему она не туристическая. Почему сюда люди не приходят. Только паломники. Не знаю. Замечательная мечеть. И посмотреть... Друзья, а может быть, не знаю, а может быть, друзья, султанская ложа вот там, видите такое, вот видите, позолоченное. Вот это тоже там могло. Вот здесь проповедник сидит, и там михраб. И все это обращено на Мекку. Видите, это сторона Мекки, это сторона юга. И знаете, друзья, очень красивые здесь витражи. Видите, она такая вся наполненная светом. Представьте, 1470 год. Очень красивая, очень светлая, насыщенная. Очень красивый ковер. Видите, ковер какой. Вот. Видите, какой красивый ковер. Ковер. Вот. Колонны. Она, конечно, не такая, как другие. Видите? Уже Синан строил, это, кстати, Синан Атик строил, а вот уже Мимар Синан, он строил, колонны были совсем другого типа. А здесь я насчитала 9 вот таких оснований, видите, вот таких массивных. Друзья, конечно, это нет слов, это огромный комплекс, это огромнейшая мечеть. Я не ожидала просто. А теперь мы сейчас с вами, друзья, пойдем посмотрим гробницу-усыпальницу Мехмеда Завоевателя, а также его жены Гюльбахар и остальных и других родственников. Друзья, вот мы вышли в один из входов. Я сейчас хочу вам показать придвор. Придвор. Во-первых, идеальная чистота. Ходят кошки. Вы же знаете, что мусульмане любят котов, потому что когда-то коты спасли жизнь как бы от змеи их пророку Мухаммеду. Вот смотрите, фонтан. И вот такой двор. Он сравнительно небольшой, это придвор. Но сама мечеть, комплекс мечети очень большой. И мы сейчас с вами его посмотрим. Друзья, вот смотрите, вот какой интересный фонтан омовения, да? Вот такой вот портик. Видите? Архитектура турецкая любит портики. Не зря же Турцию называли высокой портой, да? Вы же знаете это. Вот смотрите. Вот это такой вот фонтан. И видите, до сих пор действующий. То есть сколько прошло веков. Смотрите, везде котики. Видите? Коты здесь очень счастливые. Так что... Вот, смотрите, как красиво. Котик. Котик, котик. Белый животик. Ах ты, какой смотритель. Видите? Холодочке лежит. Так, друзья.
Здравствуйте, друзья. Вот такая мечеть Фатиха. Вот такой придвор и сама мечеть. Вот сейчас пришла группа верующих, либо туристов. Небо и камень. Дорогие друзья, вот я спросила, оказывается, мы находимся на центральном входе в мечеть, и здесь... Вот я вам потом выставлю план, но оказывается, что многие постройки при землетрясении были как бы уничтожены, разрушены. Это был огромнейший комплекс. Мечеть восстановили, вот. Но многие постройки как бы их уже нету. И вот смотрите, перед мечетью с этой стороны мы видим фонтан. Давайте немножечко пройдемся и посмотрим. И вот теперь уже двор мечети не внутренний, а как бы внешний двор. Тоже прекрасный двор, и мы его посмотрим. Друзья, смотрите, фонтаны. Фонтан мраморный в виде звезды, не знаю сколько, наверное, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, наверное, девятиконечная звезда. Там, видите, вход, мы тоже его посмотрим. Мы пройдемся сейчас. И вот такой, вот такая вот, видите? Это мы сейчас видим, вот как бы придвор, да, открывается. И дальше мечеть. Журчит фонтанчик. Вот, друзья, написано «Бояджи Капысы». Видите, такие вот древние ворота. И мы сейчас пройдем через них. Вот. Это мы входим в двор. Видите? Давайте немножечко посмотрим. Предприимчивые дети продают булгур, пшеницу. Видите, люди покупают и кормят голубей. Мурлыка отдыхает, потому что здесь, видите, немножечко прохладно. Вот, мурлыка отдыхает. Видите, здесь тоже были типа чешмы, а теперь я понимаю, что здесь как бы гидранты, да, для полива. А вот еще один вход, и вот здесь я хочу вам показать сейчас, это мектублери, медресе. Это вот школы, но они сейчас на реставрации, видите, вот по обе стороны входа в мечеть, видите, огромные школы. Но сейчас процесс реставрации, и мы входим еще вот в эти ворота. Вот я хочу вам показать еще с такого ракурса. И это мы вот сейчас идем в сторону гробниц, в сторону места, где захоронен Фатих Султан и его родственники. Вот сейчас мы пройдем вот там проход. Вот смотрите, друзья, я думаю, вот эта вот сторона как бы Касры. Касра – это место отдыха султана, видите, как-то похоже. Вот двор, конечно, огромнейшая территория. Там, видите, школы сейчас на реставрации. Конечно, все зеленое, ухоженное, поливают. Такая стоит жара у нас, но смотрю, что влажно. Так, друзья, пройдемте. Вот пройдемте, друзья. Видите, здесь пандус есть, пандус. И вот это меня натолкнуло на мысль, что это Касры, потому что султан въезжал всегда на коне. И вот пандус строили для того, чтобы султан мог проехать на коне, как бы в пристроенное к мечети место, где он мог отдохнуть между намазами. То есть он приходил сюда в пятницу с утра, молился, потом отдыхал, молился. Вернее, не приходил, а приезжал на коне. Вот мы сейчас посмотрим этот вход. Сейчас я вам покажу, потому что, видите, пандус идет. А пандус — это наклонное такое. Вот видите, какие старинные ворота и высокий портик. Видите? Вот. И здесь же вход
Видите, чешмы осталось, водичку можно попить, ручки помыть. И мы сейчас входим в отделение захоронений.